Всем привет! Это уже 7-я часть нашей экскурсии по Вене. Сегодня я вам покажу зоопарк и дворец Шенбрунн. Приятного просмотра! В видео про венский зоопарк я ничего не буду комментировать, а просто посмотрите на прекрасных животных.
Этот зоопарк один из немногих в Европе, где живут панды. Сейчас покажу видео с пандами. Мы уже посетили зоопарк, и мы сейчас идем к дворцу Шенбрун. В большинстве комнат в дворце Шенбрун запрещено снимать, так что видео и фото будет мало. Совсем забыл про вот эту вот штучку. Она тоже как Шенбрун. Такая вот штучка офигенная, прикольная. Кстати, мы сейчас приехали на метро, потому что тут трамвай почти никак не подберешь, зато можно на трамвай поехать. А на метро можно поехать, и все круто. У нас, кстати, мы ехали, кстати, на метро был 4. Раньше дворец Шенбрун был за пределами Вены. Сейчас он в черте города. Кстати, есть еще дворец Хюдельдорф, но он не такой популярный, как Шенбрун. В общем, мы сейчас идем уже наконец-таки есть в Шенбруне. Смотрите, капец, какие длинные ноги у нас. Мы сейчас идем уже.
на вечер, я знаю. Короче, буду говорить как смогу. В общем, мы сейчас идем домой, наконец-то. Мы еще там зайдем в Макдональдс, там перекусим. Правда, я уже и так перекусил. Я кушал, короче, как это называется эта штука? Я кушал, короче, вафли с шоколадом. У меня роды очень грязные. Может, и сейчас грязные, но сейчас я себя не вижу. Я просто протер очень хорошо, короче, вот так вот. Ну, а мы, еще так же поступился неплохо в зоопарке-кафе. Ну, возле обезьян, я имею в виду. На этом седьмая часть заканчивается. Ждите восьмую часть.